Артем Козлов со знанием дела раскатывает тесто, лепить пельмени его учила мама. Юный повар признался, что обожает готовить и рассчитывает только на победу в кулинарном поединке. Маме помогаю, сам все делаю, пельмени делаю сам, да, блины делаю сам. Когда мама на работе, делаю все дома. Шеф-повара 5 ресторанов города Одинцова набрали в свои команды мальчишек и девчонок. Под руководством профессионалов дети готовили пельмени, бутерброды, сервировали стол и встречали гостей. Не все получалось блестяще, но ребята старались. Я люблю готовить, и мы готовим очень много. Мы готовим тарты, булочки, пончики. Участвую в кулинарном поединке впервые, но мне все пока что очень нравится. Повара очень хорошие, и мне все очень нравится. Кулинарный поединок проходит в 4-й раз. Этот праздник любим всеми. Ничто так не сплачивает семьи, как совместное приготовление пищи. Мы больше всего любим в нашей семье. У нас любимое блюдо – это хинкали. Мы дома очень часто их готовим. Строгое жюри оценивало мастерство юных поваров, хотя, как признались судьи, это неблагодарное дело ставить баллы детям. Глядя на то, как ребята стараются и стремятся к победе, хочется каждую работу оценить на отлично. Любые соревнования, они детям важны, они учат наших детей добиваться каких-то поставленных целей, они неравнодушны, они активны, они все находятся в процессе приготовления блюд, они очень добры в этом мероприятии. И я надеюсь, что данное поколение привьет нашему обществу здоровый образ жизни и культуру правильного питания. Владимир Филимонов воплотил детскую мечту, стал шеф-поваром. Кормить людей – его профессия. Кулинарный поединок – это отличное профориентационное мероприятие. В рамках 2 часов можно узнать много информации о мире вкусной и полезной еды. Мне с детства нравилось готовить. Я готовил для себя, удивлял своих родных. И как бы была к этому тяга, поэтому так и получилось, что я стал шеф-поваром. Дальнейшая карьерная лестница – все выше и выше, все начиналось с училища и дальше так пошло. По итогам всех состязаний пьедестал почета возглавила команда ресторана «Андерсон». Ребята доказали, что они лучшие шеф-повара на импровизированной кухне культурно-спортивного центра «Мечта». Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».